Всем миром против рака под таким девизом оказывают психологическую, информационную и социальную помощь благотворительная общественная организация «Триединство». Уже 17 лет ее специалисты поддерживают жителей города и области с онкологическими заболеваниями. Тех, кто борется и кто победил, организация приглашает на свой день рождения. Сборы средств для оказания экстренной помощи, группы самоподдержки, реабилитация больных за границей. Через благотворительную организацию прошли тысячи северодвинцев. Не только те, кто обращался за помощью, но и те, кто помогал финансово. «Триединство» создавали на общественных началах и сейчас существует благодаря волонтерам и неравнодушным людям. А вот здесь приходят те люди, которые уже прошли это. И именно они, не мы, а именно те, кто перенес заболевание, те, кто с этим уже как-то поборолся, у которых уже есть свои методы реабилитации, адаптации, вот они рассказывают, и вы знаете, им намного больше верят, чем это придет психолог, это придет доктор, это кто-то. В этом году у «Триединства» сбылась мечта. Создан фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Островок надежды». К этому шли 8 лет. На счету аккумулируются средства, которые в нужную минуту поступают на лечение ребенка. Большую поддержку «Триединства» оказывают не только местные больницы, но и заграничные партнеры. И с 2008 года мы члены ЕСПС, Европейской коалиции пациентов рака, мы ассоциированный член организации при Евросоюзе. И как раз это позволяет, ну, в общем-то, делать, может быть, такие вещи, как договариваться с какими-то ведущими клиниками за рубежом. «Триединство» приглашает всех желающих на празднование 17-летия в субботу, 28 февраля в 12 часов.